коммунизм. Во-во, все, вот все знают. Говоришь, какие сила в зал. О, кто-то трафарет даже. А, видите, я зашел в другую руку. Опа, какой-то чувачок. И они, наверное, ждут, когда выйдут, да? А это там катаешься. А, вот что с прочим. Один было. Молодой человек, выходите, каждый приходит. Выходите, кому каждый приходит. О, все остаются. Вон там уже входит. И уже мы. Давайте мы все быстрее, мы даже садимся. Мы сейчас будем толкаться, так что поправляю. Не, не сяду в этот вид. Я проходим в середину, забиваем в середину. Ну вот же, аккуратненько, коротенько. Все места заняты. Тимур, иди сюда. На меня и пропускаю. Вот она, истинная советская давка. Все ездили так, как на метро не было. Старшее поколение, все вспомнили? Бесплатный маршрут. А, да. О, смотрите, даже вот можно снять крыши. Ага, не волнуйтесь, если что, я вот так придерживать буду. Не, ну а черт тебе с крыши, это прям прикольно. Последний раз такого не ездил, даже не ездил. Я, честно, ни разу не ездил. Я же ведь 2005-го. Я успел достать за то 2,85-4,35. Дверь закрывается. О, следующая станция в работе. Следующая пока смотровая площадка. Смотрите, вот это истинная... О, привет. Истинная советская... Все едут на работу. Выходной, центр. Потому что в то время, это можно сказать, что можно сравнить было с Некрасовской. Ну, если наше время. Ладненько, давайте снимать крыши. Не, ну а что, хорошенькая такая детишка. Thank you.
Вот так выглядело. Я хоть и использовал билетик ТПК. Чтобы вот прям все увидели, как это было раньше. И потом... Я вспомнил, вот ты же просил все эти обтертые ручки на эти. Ну что, сейчас снова перейдем. Приготовьте. Как на 77-й едут на разворот, заваливаются. Уважаемые пассажиры, мы сейчас будем совершать московский дрифт. Они же еще манипуляции пригородные были. Так же я помню, Москва на гирке. Такая же гордая. Да, он будет поворачивать, так что приготовьтесь. Дым-д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 ым
Тын-тын-тын-тын. Я тоже скажу. Как хорошо, что я здесь не могу быть. Вот он. Выходим. Ну как вам? Сидушки. Сидушки. Вот они, сидушки. Вот так вот выглядит сейчас.
Лязик. Нет. Нет. Я на метро поеду. Можете
Внимание, сейчас будет тренинг.
Сейчас все выйдем. Спуститесь с мамой и вас поскучим вдвоем. Пойдем? Ой, меня тоже возьмут. Пойдем. Знаменитые места у водилы. Thank you.